Юля, это нам сегодня прилетело. У 12 дома, рядом возле тебя, прям в крышу, Юль. Прям сильно. А еще куда два падают? Еще где-то два упало. Ну да, куда не знаю. Еще два три подряд. Коля. Да, все, пошлите отсюда. Давай. Что ему там делать? Нет. Знаешь, что меня удивило? Меня удивило, что сейчас мне на полном серьезе говорят, ты знаешь, что, где сейчас бум покупки квартиры? Я говорю, где? Говорят, в Мариуполе. То есть скупают на всякий случай, все, только цены разгоняют. Я удивлю тебя, Владимир Рудольфович, но и в Донецке тоже бум. И по покупке, и по аренде, и в Макеевке в том числе, и в таких городах, которые... ну, скажем так, не были там на первых полосах, вот там в предложениях Енакиева. Нехватка жилья везде идет, то есть, во-первых, люди возвращаются, во-вторых, сейчас появились ребята, семьи ребят, которые на передовой, все-таки зарплата хорошая. Это позволяет возможность и покупать им, то есть улучшать свои жилищные условия. Плюс много, скажем так, госслужащих, там, разных ФАИВов, которые сейчас тоже на территории приехали. Поэтому и снять квартиру сейчас даже и в Донецке трудно. И купить даже в таких районах, которые обстреливаются, там цены непонятные. Именно поэтому сейчас, вот как раз это один был из вопросов, который обсуждался, кстати, и на совещании у Владимира Владимировича, и потом уже с Маратом Шаркизяновичем Хуснуллиным тоже проговаривался. Сейчас активизируемся по поводу того, чтобы иметь возможность выделять землю под строительство нового жилья, коммерческого имеется жилья, коммерческой застройки, то есть это те квартиры, которые сейчас не хватает, которые должны продаваться. То есть закрываем дефицит, естественно, цены снижаются гораздо, гораздо быстрее. Тем более сейчас тоже, благодаря решению президента, у нас есть возможность ипотеку под 2%. Это все-таки очень хорошая, это льготная ипотека, которую сейчас многие смогут воспользоваться.